он стоит в стороне от других самолетов. Не подвозят давно пассажиров к нему, и свое отлетав, и свое отработав, он не нужен тебе, никому, никому. Никому, никому. Неподвижны винты и безлюдные салоны, и хоть вид его горд, в формах силой стать, но уже никогда не бежать по бетону, но уже никогда над землей не взлетать. А ведь было же время, и пели турбины, были взлеты и посадки, и жизнь. Но потом командиры ушли на другие машины, командиры ушли и забыли о нем. Забыли о нем. Это всем суждено, хоть, конечно, печально. Только время приходит и кончит полеты, ему все равно. Часто снится ночами и бескрайний простор, и стремительный взлет. Что за болезнь и за что его любят, не всегда и не все объяснить мне могли, но тоскуют о нем самолеты, как люди, если стало сильней притяжение земли.